Здравствуйте, дорогие гости и подписчики канала «Обо всёмыч». В сегодняшнем видео я поделюсь с вами рецептом маски, которая сделает ваши волосы густыми и сильными. Данная маска стимулирует рост новых волос в местах выпадения, а также глубоко питает и сделает ваши волосы более густыми, сильными и здоровыми. Итак, для приготовления маски нам понадобится 1 яйцо, 1 спелый банан, 1 столовая ложка меда и 125 мл пива. Нанесите маску на волосы по всей длине на 40 минут. Наденьте шапочку. Затем через 40 минут смойте. Попробуйте. Ваши волосы будут толстыми, крепкими и блестящими. Результат будет заметен уже после 3-5 применений. Удачи вам и будьте красивы!